Нацпарк Шатарский создан, друзей природы в гости звать. Интерес вполне осознан, страну родную надо знать. Вполне осознан, страну родную надо знать. Как раз с этой целью сотрудники заповедного Приморья за 3 сезона построили 10 гостевых стоянок из подручного материала. Как правило, это плавник, который выброшен штормами на береговую линию. Если его не было рядом, то доставлялись плавом по морю или на плечах. При слишком тяжелых заготовках плахов подтягивали веревки. Использовали стволы деревьев, которые распиливались повдоль, для изготовления стола, скамеек. Тонкие деревца жерди для туалета, дровяника. Для того, чтобы соблюсти правила пожарной безопасности, при необходимости убирался дерн, а площадка осыпалась песчано-галечниковым материалом. Сооружались стоянки в пределах рекреационных и хозяйственных зон, имея общий набор из стола, скамеек, кострища, туалета, дровяника, каждый отличается какими-нибудь дизайнерскими находками. Это нечто похожее на лесного чудика, который украсит эту стоянку. Я думаю, у него... Он достоин быть второго глаза. Видишь, какие лапки, какие ушки, какой носик, какие глазки будут. Сейчас вот мы посмотрим, смотри, второй глазик будет вот симпатява. В устье Соболева, к примеру, применили канаты, в устье Амуки, Митина, Малом Шантаре дополнительные сиденья с видом на море. Да и само конкретное расположение придает стоянкам заметную индивидуальность. Над каждым столом турист или путешественник может в непогоду навесить тент, для чего пристроены по 2-3 ноги. С жерью поверху. Национальный парк Шантарские острова заинтересован в развитии экологического туризма и ждет тех, кто соблюдает незыблемо правила поведения,
не браконьерит, не мусорит, путешествует с полученным в заповедном Приамурье разрешением, то есть на законных основаниях. Добро пожаловать! Стоянки готовы! Есть места особые на свете, тайных струн касаются души. Острова в Охотском море эти необыкновенно хороши. Здесь и ты свободен, словно ветер, пеною взрывающий прибой. И значит, недаром нас манят шантары, первозданные чистой дыша красотой.